Всем привет! Начали очередной санузел. Вначале подготавливаем место для установки трапа и устанавливаем его. Установку трапа производим с помощью лазерного построителя. Берем 0 от верхней части трапа, прибавляем 1 сантиметр на слив и делаем разметку. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Итак, после того, как мы обшили гипсокартон, приступаем к разметке. Класть будем со второго ряда. Облицовку санузла будем производить маленькой плиткой. Название плитки – кабанчик. Режем заготовки под 45 градусов. После чего приступаем к укладке. Из-за того, что плитка по краям имеет конус, внутренние углы пришлось резать под 45 градусов. Также пилим заготовки. После чего укладываем.
делаем стяжку пола, а пока он сохнет, пилим заготовки. Тщательно проверяем и производим укладку. Для вашего удобства и точного сверления отверстий делаем лекало из подручных средств на быструю руку. Режем плитку по нужному нам размеру, после чего укладываем. Для укладки керамогранита на пол применяем клей Литокол К80. На плитку наносим к
Клей толщиной 6 мм. На пол 8 мм. Таким образом, мы получаем качественную укладку. Тем более, здесь у нас душевой поддон. Для фиксирования плитки применяем СВП 1,5 мм. Желающих приобрести эту систему, заходите на сайт производителя. Ссылку я на всякий случай оставлю под описанием видео. А кто закажет через мой промокод, вам будет скидка 10%. Делаем разметку нижнего ряда. И режем. Затем полируем. После чего производим ее укладку. Для быстрой укладки сделали такое вот приспособление. Скорость увеличивается в разы. Заготавливаем плитку для укладки откоса дверей. После чего укладываем ее.
Здесь установлена дверь скрытого монтажа. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.